Так, сегодня у нас очень-очень классный денек. Единственное, что все так же ветер остается такой неприятный. Блин, не знаю, как идти держать, чтобы камера по минимуму тряслась. Двумя руками, что ли? В общем, я иду на почту отправить посылку для Ани Шнейдерман. И также иду я для того, чтобы получить посылку. А мне девочка одна из Эстонии. У нее свой магазин. Они ей волосы продают. И так как у меня те волосы, которые у меня были предыдущие, не актуальны, потому что я их обрезала, я взяла вот эти волосы. Потом обязательно вам расскажу про них. Кстати, достаточно приемлемая цена для натуральных волос. Я потом собираюсь на них сделать, может быть, омбре. Не знаю, посмотрим. Кстати, я вас тут еще не водила. Вот там впереди. А, нет, еще пока не видно почту. Видно такое желтенькое здание. Это у нас швейка. Ой, там не только швейка. Там швейка, парикмахерская. Вот это большое рядом здание. Это магазин, аптека. Знаете, девчонки, что я вам не показывала еще сарай свой, где у меня лежат дрова. Я пришла за дровами, потому что мне не хватило того, что мне Жень натаскал. Сейчас покажу. И вот здесь у нас лежат дрова. Остался один ряд, было три почти, или три с половиной. Велосипед мой. Еще один у папы, по-моему. Так что я сейчас наберу себе дров. И... буду топить печку. Называется «Бьюти-блогер, заработай». Не все прекрасно. Хотя я уже к этому привыкла, и мне как-то все равно. Вот красота какая. Сейчас варежку надену, потому что больно руке. Спеки все испачкала. Девчонки, всем огромный привет! Сегодня я снимаю влоговое видео, так как меня вообще очень-очень часто просят снимать влоги. В принципе, для меня это удобнее всего, потому что во влогах я практически не показываюсь, то есть могу выглядеть как угодно. Если, блин, ручка моя устала, не могу держать камеру. Ну, раз вы просите, я решила вот с вами поздороваться, надеюсь, у вас все хорошо. И эта неделя у нас будет насыщенной, ну, там где-то 3 или 4 дня я снимала видео, и как я ходила на почту, получала посылку и что-то еще. В общем, надеюсь, оно вам понравится. Сейчас я снимаю часть, где мы с вами убираемся в столе в моем икеевском. Буду там все разбирать, убирать, потому что Аня вдохновила меня своим видео на уборку. И, в общем-то, чем мы с вами будем сейчас заниматься. И на днях я посмотрела видео Ани про то, как она делала реорганизацию своей косметики, когда ей пришли боксы, и решила тоже, что мне уже пора бы убраться. Жаль, что боксов у меня пока что нет, но я закажу их в этом месяце тоже с Amazon. Если бы у нас, конечно, была бы IKEA, то было бы все проще, я бы купила органайзеры, которые продаются там. Но, к сожалению, что касается меня, то у меня это две коробки большие из-под компьютера, из-под ноутбука. Также маленькая коробка вот здесь вот из-под телефона, и там коробочки... вот не помню от чего, по-моему, я заказывала нашу местную эстонскую коробочку, точнее не эстонскую, а прибалтийскую коробочку, которая называется Adore Box. Да, по-моему, вот эти черные от нее. А так у меня все вот в таких вот... лежит неудобно, разделить или нет. И обычно всю свою косметику я храню в сумке Zooka, но когда я, допустим, крашусь, сама куда-то собираюсь, то она постепенно, я тороплюсь, все со стола сметаю, и вся она оказывается здесь. Поэтому сейчас я буду тоже наводить порядок. Кстати, вот такое у меня местечко теперь есть. Свое маленькое личное пространство, хотя оно здесь все мое, но я люблю на этом кресле забраться с ногами и что-нибудь почитать, либо за компьютером посидеть. В общем, если девчонки мне дают, потому что они тоже обожают это кресло, прям удивительно, что сейчас на нем никто не спит.
Вот, и у меня такая подушечка здесь уютная, с сердечком лежит, но наволочку я отправила вчера в стирку. Надо сейчас повесить, чтобы высохла. Итак, первая моя коробочка уже сюда перекочевала. Здесь пусто. И сейчас я достану вторую коробочку. И я уже достала вторую коробочку, но у меня тут еще осталось очень много чего. Ой, кстати, да, хотела показать мою боль из недавнего. Так, это у меня палетка для смешивания. А, так вот, я хотела вам показать мою боль. Посмотрите. Это просто ужасно, боже мой. И я иногда забываю, что у меня она разбилась. Пару раз красилась, сидела на кровати и все на кровать высыпала. Так что это все, что у меня осталось. Так жалко. Это мой самый любимый, наверное, хайлайтер вообще из всех. Самый классный. Ну ладно, ничего страшного. Это всего лишь косметика. Итак, сейчас я все это буду перемещать в эти ящики. Для того, чтобы уборку сделать. И я решила заварить себе кофе, потому что... Я всегда так убираюсь по 3 часа, иду делать кофе, сделаю себе кофе. Ой, короче, все это будет очень-очень долго. И сейчас я вам покажу мой новый способ, как я пью кофе. Ну, то есть не я его придумала, а это именно тот способ, который я еще не пробовала. И пока кофе мой заваривается, мне нужно наконец-то сдвинуться с мертвой точки. Мне некуда положить те вещи, которые как бы я собираюсь разобрать и уже по новой положить коробочки. Так что, наверное, я все это сделаю на кресло. И это вот часть моей косметики со стола, точнее, которая лежала в столе. И сейчас я вам покажу. Жалко, что у меня только нет разделителей к ним. Было бы, конечно, неплохо. Хотя, думаю, наверное, вот в эту большую коробочку можно положить вот такие разделители. Скажите. Мне кажется, нормально. У меня где-то еще вроде коробочки были, надо поискать. И вот заварился мой кофе, и сейчас я положу туда зефир. Он когда начинает таять, вы знаете, ванильный, и так вкусно становится, так как я никогда не использую сахар, когда пью кофе, поэтому это для меня просто, я не знаю, спасение, потому что действительно так вкусно становится, и вот они подтаивают, и вы пьете вот этот слой, и он такой ванильный и вкусный-привкусный. И кофе я буду пить вот с таким кроссом. И как я уже говорила, что видео я вдохновилась, смотря, когда точнее я посмотрела Аню. Большое ей за это спасибо, потому что, кстати, YouTube во многом для меня является таким как бы вдохновителем. И когда девчонки мне даже просто пишут свои комментарии, как, например, они там где-то убирались и проводили ревизию своей косметички, мне прям хочется вскочить, побежать и сразу сделать все то же самое, да. Так что вот такая повторюха. Так. Девчонки, надеюсь, ничего, если я так немножко пожую. Но я совсем капельку. И сейчас я буду складывать свой порядок. Кстати, этот порядок у меня держался довольно долго. Это мы с Женей еще убирались, по-моему, в прошлом месяце. Так что довольно долго он продержался у меня. Кстати, единственная палетка, которая у меня осталась в Buying Coins, вот эта, в нейтральных оттенках. Мне она не сильно нравится, я иногда пользуюсь, но по сравнению с другими тенями, у нее такая пигментация не очень, но я все равно это никуда ее не выкидываю. Все-таки иногда она мне нужна. Так. Следующее мне нужно будет. Это вот эту палеточку. Так. Сюда. Мне бы сейчас, конечно, не помешал какой-нибудь разделитель. Но нет его. Неудобно. Так, эти палетки я, наверное, сложу сюда. Так, отдельно, сюда. О, реснички. С чем-то прилипшим, с ниткой какой-то. У меня все время они потом лежат. То на столе, то еще где-то. Жеми говорит, опять брови потеряла. Девчонки, вы посмотрите, где она легла спать, пока занято кресло. Я эту штучку принесла, думала в стол положить, но ручки мешают, он не закрывается. Я думала, поставлю ее пока, а потом унесу обратно. И думала, потом унесу ее обратно и поворачиваюсь, смотрю.
А Марси-то уже там спать легла. Вот малявка. Ну, в общем, вот такой порядок у меня получился. Я не снимала весь процесс, потому что это очень долго. Я много болтаю, и видео у меня бы на 3 часа получилось. А я считаю, что YouTube — это очень хорошая вещь для того, чтобы вдохновляться. Вот я вдохновилась Аней и навела у себя тоже порядок. Здесь у меня в столе находятся только вещи, которыми я пользуюсь чаще всего. Все остальное у меня в сумке визажиста. В общем-то, тут у меня реснички лежат, палетки, которыми я чаще всего пользуюсь. Дальше это косметика Кико или Кико, я не знаю, как, куда правильно ударение поставить. Это то, что я сейчас в процессе пробы. В принципе, мне практически все понравилось. Ну, мои палетки от Sleek, кстати, у меня есть новая палетка, которая называется, ну, короче, из последних Garden of, как же там второе слово, не помню, покажу потом ее в покупках. И также здесь тоже наиболее мои часто используемые палетки, например, вот это вот моя любимая, от Wet n Wild. И на столе вот я тоже навела порядок, в общем. Так что, девочки, большое спасибо, что составили мне компанию. И большое спасибо Ане за то, что меня вдохновило наконец-то навести порядок в своем столе. Ну вот, девчонки, такая у нас погода сейчас стоит. Как говорится, такая у нас зима сейчас. Ну, знаете, я на такую зиму... Ой, я на такую зиму даже согласна. Если будет так хорошо, если так будет светить солнце, петь птички. Очень классно. Мы пацанка вышли погулять. Я обычно сюда хожу, гуляю. Я вам уже говорила, наверное. Лед сошел с озера, я уже видела, как прилетали утки много. И когда будет совсем тепло, может быть, в мае прилетят лебеди. Здесь всегда живет семья этих птиц прекрасных. Я вообще очень люблю их смотреть, очень люблю фотографировать. Да, погодка сегодня шик. На небе облака прям такие большие. Альфа, не тащи! Стой! И последнее, девчонки, что я хотела вам показать. Сейчас ко мне приезжал курьер, привез мне посылку. И я на самом деле сняла, как я ее открываю, в общем. И как всегда была не в фокусе. Я сейчас вам быстренько покажу, что мне пришло. Это мой заказ с сайта Choice. Тут пришло на конкурс у меня то, что я заказывала. Это была парка, и потом мне еще другие вещи придут. Опять сделаю конкурс. И также мне пришла посылка от Насти Свиридовой. У нее ник на YouTube «Принцесса Анастасия». Я заказывала у нее 3 вот такие магнитные палетки, чтобы она мне купила огромные. И Настя, огромное тебе спасибо за то, что ты приобрела мне эти палетки, потому что они мне были очень нужны, так как я хочу все свои тени с других палеток сюда положить, мне так удобнее всего. И также она мне сказала, что у нее есть палетка от Makeup Atelier. Лишняя, то есть покупатель что ли не купил эту палетку, и Т19 предложила мне ее купить. В общем, я с удовольствием согласилась, потому что я давно уже хотела попробовать эти тени. А вот такая у меня палетка, я обязательно потом сделаю видео про нее и свое мнение выскажу, понравились они мне или нет. В общем, очень я довольна, потому что давно ее хотела попробовать. Ну и также заказ с сайта Choice. А вот что мне нравится, что все свои украшения они присылают в очень красивых таких упаковках. Вот посмотрите, например, мне пришло ожерелье вот такое, какое я хотела, которое я говорила, что я закажу, потому что оно просто, на мой взгляд, потрясающее. В общем, вот такая красота. Ну, потом отдельно у меня будет про это видео с конкурсом, в общем, все дела. И также в такой маленькой коробочке, ой, ну прям такая, я не могу, просто лапочку. А мне пришли вот такие сережечки, это клипсы, так как у меня уши не проколоты, я ношу иногда, если хочется надеть клипсы. Да, по-моему, это клипсы. Я надеюсь, что это клипсы, потому что они очень милые. Так что вот, ну еще, да, у меня были вещички. Тоже про них потом отдельное видео сделаю. Обожаю сайт Choice за их качество, за быструю доставку. В общем,
Супер. Так что вот, девчонки, на этом я буду заканчивать свой влог. Вот Марси тут со мной дерется. А если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. И я с удовольствием с вами обсужу все, что вы захотите. И увидимся в следующем видео. Пока. Покажи Марси. Спасибо. Пока.